ставлю на весы. И видите, что очень мало. Надо еще добавить. В колледже нефтехимии и нефтепереработки собрались школьники, которые планируют в будущем связать свою жизнь с химией. Как известно, в школе учащиеся получают в основном теорию, а ведь им хотелось бы практики. И как только появилась такая возможность, все единогласно согласились на мастер-класс. Как мы знаем, у нас Нижнекамск – город нефтехимии, поэтому данная профессия очень востребована, лаборант химического анализа. Дети пробуют свои знания, умения, навыки, чтобы реализовать себя в будущей профессии лаборант химического анализа. Самостоятельная работа – вот что поможет лучше всего закрепить тему урока. Школьникам дали задание провести химический опыт и создать микрокапсулы, которые используются в изготовлении лекарственных средств. Главным ингредиентом считается активированный уголь. Он пользуется большим спросом среди производителей лечебных препаратов. А чтобы маленькие капсулы, похожие на икру, были заметны, дети используют цветовую добавку. Я сейчас занимаюсь тем, что в раствор хлорида кальция вмешиваю угольный раствор. А для чего это делается? Мы делаем капсулы, из которых потом будем делать лекарственную икру, так скажем. В конце всего эксперимента каждый юный химик мог увидеть результаты своих трудов. Для вас это интересно? Да, мне очень интересно, особенно лекарственные препараты. Интересная достаточно тематика, фармацевтика. Лаборанты химического анализа на производственных площадках очень ценятся, ведь в их обязанности входит контроль за состоянием сырья. Иван Рябцов, Кирилл Темников, Влас Семагин, Н-Медиа.